Сейчас мы находимся в мечети Биби-Ханум, которая была воздвигнута всего лишь за 5 лет во время правления Тамерлана. Согласно преданию, мечеть была предназначена в подарок Тамерлану и его любимой женой Биби-Ханум. К сожалению, в неудачный момент она разрешила архитектору поцеловать ее, за что она и была казнена. Посещение базара предоставляет возможность увидеть необычную смесь народов Средней Азии: узбеки, таджики, туркмены, татары, монголы, башкиры, каракалпаки и другие.